еще сказки на ночь. Ну, Катя, ну, пожалуйста, не балуйся! Ты будешь оставаться. Я буду оставаться в шкафу на всю ночь. Я в шкафу. Получается, Катюшка, как ты придешь? Надо ножкой нажимать, нажимай на педаль. Еще сильнее. Нет, сначала на педаль. Внимание. Пошла настоящий старинный утюг. Давайте его посмотрим. Вау! Какой тяжелый! Да. Раньше в такой утюг добавляли углей и им гладили. Он очень тяжелый. Аккуратней. Ай, ставь его на место лучше. Ух, какой тяжелющий. А с помощью этих вещей, по-моему, ай, ай, только не меня. Нет, нет. Катя, нет. Еще. Сундук, в котором есть всякие интересные вещи. Что это, Катя? Это колобочек. Ух ты, какой хорошенький, маленький колобочек. Маленький. Какую он песню поет? Я колобок, я колобок. Я на дудочке сейчас пою. Давай. Ребята, смотрите, это настоящий пионерский галстук и пионерский значок. Всегда готов. Тут вообще столько вещей, которые были в свое время, всем нам известны. Вот. Вау, даже есть гармошечка. Да, хотела на маме. На гармошечке хочешь? И тут боевые какие-то вещи, всякие журналы старинные. Ух ты, Катя, смотри, журнал «Мурзилка». Ничего себе, 87-го года. Еще папа, наверное, читал. О, веселые картинки. Здорово. Костер пионерский. Ух ты. 67-й год. Ничего себе. Нам надо тоже свои старинные журналы посмотреть. У нас они тоже есть. Ух ты, и матрешки. Вау, а этот фильмоскоп, я знаю, что это такое. Вау, это стереоскоп, мы сейчас будем его смотреть. Смотрите, ребята, когда смотришь внутрь, то видно картинку. И когда ее передвигаешь, они двигаются, и их тоже можно смотреть. Я очень надеюсь, что там что-то видно. Очень хочется, чтобы было видно. И мы сейчас вам покажем, что там происходит на этих картинках. Ой! Еще одна. Ух ты. Я нашла. И вот так вот. А Катя нашла еще одну картинку. Да. Ты хочешь ее посмотреть? Да. Давай. Вот это вынимай. Клади на место и новую вставляй. Давай я помогу тебе. Давай. Еще. Сюда. О, нужно только смотреть внимательно. Что там? Петушком, посмотри. Лисичка с петушком. Ну-ка. Вот мы смотрим фильмоскоп и видим там слайды, которые меняются. И можно смотреть. Но когда смотришь двумя глазами, то обязательно видишь, что это стереоэффект. Вот это здорово. А ты его крути. Калейдоскоп. Калейдоскоп. Калейдоскоп огней. Я не знаю.
ты! Алфавит русский весь. Ничего себе, Катя напечатала сколько. Ух ты! Как интересно. Здесь буквы, они бьют. И оставляют свои следы. Хорошо, хватит. Кто ты, Катя? Я королева. Кто? Королева. Я не слышу. Я королева! Отдавай вишню. Спасибо. А, боишься испачкать платье. Можно найти карандаши. Смотрите, какие красивые. Давай рисуй. Открывайте глаза. Хорошо. И ничего не поделайте, пока я ничего не скажу. Договорились. Да, закрывай. И ты узришь все эти здания. Горячие маленькие тиши, курганы древних очертания, и расколдованные орлы светят с монет гербы узких в ее блестящие миры, миры славян, миры этрусков. Я вам скажу, ребята, пока вы подписываетесь на наш канал, я пойду полезу, вы так скажете, давай? Да? Давай, 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 ищи, где свободный мешок? Ух ты, вы знаете, что это бирюльки? Да, только это очень огромные бирюльки. Ух ты, по-моему, Катя нашла местечко. Ну-ка, давай. Ну, конечно же, здесь можно купить книжки. Нравятся тебе книги, Кать? Покажи, какие нравятся. Репки, которую посадил старик, тянем, потянем, тянем, потянем. Ой, а кто этот новый персонаж? Это же Катя! И вытянули репку! Ура! Давай! Ух ты, Катя крутит барабан! Отпускай теперь, будем смотреть, что тебе выпадет. О, да тут, по-моему, беспроигрышно. Здесь либо приз, подарок, главный приз, подарок, подарок, приз. О, билетик, держи, тебе вот такой приз. От кого она выиграла? Кто это? Покажи нам ее, его личико. Какой хорошенький котик. Ой, он убегает. Давай он спрячется в карандаши. Почему? Потому что он тебя не узнал. Ну я же ведь хороший. Я папа Катика. Ой, он правда какой-то очень пугливый котик. Ну теперь я буду дружить с Катей, и мы посмотрим, во что она играет. Пойдемте вместе. Мур-мур-мур. Пойдем играть туда. А Катя построила вот такой вот красивый домик. Покажи мне свой домик, Катя. Ух ты, какие кубики большущие. И какая Катя красивущая. Кегли. Мур-мур-мур. Они мне нравятся, нравятся. Давай! Бах! Молодец! Давай еще! Ух ты! Класс! Но все равно еще остались несбитые кегли. Ой! Ой! Катя, не ждет так! Это нечестно! Нет! Это сама мяч! Ты сама мяч! Красивые маленькие книжки! Ух ты! Они мне нравятся! Вежливые слова! Вы, надеюсь, ребята, знаете вежливые слова? Мур-мур! Скажите! Пожалуйста! Букв, оказывается, можно собрать слово! Юла! Ура! Мы победили! Теперь мы нашли какие-то волшебные пазлы и будем их собирать. Вау! Это же геометрия, Катя! Это круг, а это что? Треугольник, правильно! Вау, подошел! Ах ты, как хорошо! Давай еще! Квадрат! Квадрат! Отлично! Это многоугольник! Какая красивая и последняя! Ты будешь победителем! Это ромб!
Семен! Смотрите, какой классный домик получился из этих фигурок и пазлов. О, получается, Катя! Ты молодец! Еще чуть-чуть! Вау, отличный домик для меня! Я буду там сидеть! Ты у тебя дома отстиг! Мне нравится тут! Потому что тут всякие игрушки! Алексей, Надежда, мы вас очень любим, ценим ваше творчество! Подойти книги «Вторую жизнь». И Катя притащила свою книжку, чтобы ее положить сюда. Давай. Эти слезы на ее глазах. Она так расстается с этой книгой. Клади. А можешь любую выбрать отсюда? Ты можешь другую выбрать, если хочешь. Слышишь, Катя? И эту хочешь? Ну, забирай. Мы так и не смогли расстаться с собственной книгой. А вон там детские. Пойдем там детские посмотрим книги, Кать. Вон там. Туда положим? Все, давай. Кто-нибудь из ребят возьмет ее читать. Хорошо, Кать. О, уже нашелся читатель нашей книжки. Ух ты, Катя нашла себе книжку. Давай посмотрим, что это за книга. Учебник для малышей, арифметика, ура! Мы тогда возьмем эту книгу с собой. Забрали на ту книжку. Ура! Да. Правильно, ему подойдет эта книжка, очень хорошо. А нам подойдет про зайца арифметику. Ну-ка давай откроем ее, посмотрим, что там внутри. Давай, давай, давай. О, ты же знаешь эти цифры, Катя. Сейчас мы сядем где-нибудь и почитаем ее. Ух ты, классная книжка. Мы ее берем с собой. Ура, детская площадка. А теперь у взрослых Липецка есть вот такая вот площадка. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. А мы идем домой и там играть игрушки под узкими педалями. Какая парочка зайцев смешная. У них что, свадьба, что ли, Кать? Да. А кто из них жених?